17 января 2024 год. Запорожская область. Садится солнце, хотелось черные пятна поснимать, но, видать, все-таки дымка очень крепкая. И даже если у нас что-то есть, то визуально ничего у нас нет. Ну, видно, да, уже растения на линии горизонта. Уже совсем низенько наше солнышко. В январе, зимой, солнечные дни редкость. Что радуемся тому, что есть. На фоне деревьев прекрасно видно, как вращается земля относительно своей оси, пряча от нас на сегодня солнце. Да, сейчас еще луну сниму в довесок. Наверное, даже вот так будет красивее. Гнездо садится солнышко. Никаких светофильтров, стоит 1:8000 выдержка максимальная и ISO 125 для этой видеозаписи. Гелиевый наш шарик. Но это не тот гелий, который стоит вдыхать ради смеха. Если вдохнуть гелий такой температуры, будет точно не до смеха. Ладно, поехали на Луну. Как бы странно это предложение не звучало. Там еще в планах сегодня. Так, сейчас увеличиваю выдержку. И вот она, наша Луна. Это 1:30. Так, сейчас я, наверное, подниму, чтобы в раскорячку не стоять. У нас сейчас в 20 угловых градусах от Луны Юпитер. Завтра он будет вечером в 2 угловых градусах всего-навсего Юпитер от Луны. Но уже сегодня ночью нам обещают совершенно пасмурную погоду. Поэтому Селеви. Вуаля. Вуаля, вуаля, вуаля. Классная песня.
Регард де Моа. Так. Ладно. Сегодня у нас еще должен быть МКС через часик. И все-таки хотя бы в 20 угловых градусах, надеюсь, я снять. Моя красота. Юпитер от Луны. Все равно они будут в одном кадре смотреться вполне себе прилично. 17. Половинка Луны. 17 января 2024 год. Возле города. Вот там где-то у нас сейчас. Сейчас мы ее не увидим, Юпитер. Чуть-чуть темнее станет, сниму.